Ну, вчера мы в первом периоде 3 гола пропустили, опять же, со своих ошибок. Где-то защитники недоработали, где-то неправильно подкатились. Вот. Ну, как бы все понимали, выходя на эти игры, что нужно выигрывать обе игры, чтобы попасть в плей-офф нам. Вот. Как бы ребята старались, работали, где-то не получилось что-то. Много мы очков потеряли в течение сезона, поэтому ребят предупреждали, что не нужно оставлять все на последние игры, потому что этот вариант очень тяжелый. Вот оно, в принципе, так и получилось. Вот. Ну, в любом случае, ребятам спасибо за сезон, спасибо за игры. Будем двигаться дальше, работать. Прошедшую домашнюю серию неплохо ребят провели. Я думаю, заслуженно они получили право поучаствовать в играх на вылет. Ну, поэтому старались, работали. Молодцы, я их поблагодарил за это. Какие-то свои вопросы мы там решаем. Какие будут планы на игру плей-офф? Плей-офф, понимаете, это молодежная лига. Игры плей-офф. Ну что для молодежной лиги игры плей-офф, понимаете? Это игра за три, наверное, идет. Здесь ребята учиться будут. Учиться создавать команду, учиться, как сыграть, как не проиграть. Тем более мы понимаем, что соперник явно будет поопытней, то мастеровитей, попадаем мы на торпедо. Ну, поэтому будем готовиться и будем. Биться пойдем. Спасибо большое.